Сейчас вот мы как раз брали коэффициент сцепления и ровность. Да, эта дорога удовлетворяет проектным данным. Из федерального бюджета в рамках проекта «Новые дороги городов России» выделено 316 миллионов рублей, которые будут направлены на ремонт. На эти деньги планируется отремонтировать улицы, ну и особое внимание будет выделено социальным объектам. Это подъездам к садикам, к школам, к больницам, ну и к дворовым территориям.